Опытному заводу номер 31 гражданской авиации 70 лет. С юбилеем руководства ветеранов труда и работников предприятия поздравил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Всех с юбилеем. Сегодня увидел ту продукцию, которая снова востребована. Продукция, которая необходима фронту, необходима нашей армии в зоне боевых действий и во всех местах. В общем-то, предприятие с длинной историей, когда нужно, все как бы быстро перестраиваются, ориентируются и делают то, что нужно нашей стране. Остались лидерами в отрасли именно в авиационной. У нас есть продукция, которая имеет уникальный свой характер. Вот. И мы продолжаем те традиции завода, которые были ранее. Завод начал работу с ремонтных мастерских для самолетов в 1953-м. Кроме того, здесь активно развивалась радиотехническая отрасль. Ремонт и производство радиолокационных систем были освоены к 1962 году. Позже завод отметился ключевыми разработками для гражданской авиации, которые используются и в настоящее время. Единственная в России аэродромная тормозная тележка АТТ-2 производится в Щелкове, изготавливается для всей страны и ближнего зарубежья, и это флагман предприятия. Она позволяет измерять коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы. Предприятие само разработало пульты управления и программное обеспечение для управления АТТ. Предприятие работает с госконтрактами. Завод выпускает стационарные электрораспределительные колонки, передвижные осветительные установки. Опытный завод номер 31 гражданской авиации продолжает расширять ассортимент. И самое главное – те люди, которые трудятся здесь, на благо всей отрасли, городского округа и в целом страны. В день празднования юбилея предприятия Андрей Булгаков вручил директору завода Игорю Провкину поздравительный адрес от губернатора Московской области.